Всем привет, ребят! С вами Савелий. Сегодня в данном видеоролике мы будем открывать снежный шар, который я забирал за победу. Вот он, я его забрал. Теперь мы можем открыть его. Давайте посмотрим, что я смогу выбить. Кстати, купил себе баджера на аукционе. Вот. Пришлось немного накопить. Так, ну давайте какую-нибудь мне карыча, стар ВК, может быть, ВКшечку. Так, ну что, ребят, давайте открываем. Поехали. И это, опять это анимация. Давай, что-нибудь хорошее, пожалуйста. Не сома СМ, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ну, серьезно? Ну что, ребят, как вы понимаете, у меня был баджер. Как-то немножко обидно, что выпал баджер. Еще раз. Которую я купил на аукционе. Но я восстановил коня. Поэтому сейчас у меня 30. Вот. Ну, вроде нормально. Ребят, это продолжение моего открытия шаров. Я еще выбил второй шар, продал супер коня. Еще вот этого выбил. Я не знаю, конечно, зачем, но ладно. Что, ребят, давайте, может быть, какой-нибудь опять танк выбьем. Вдруг мне выпадет. Опять же. Какая-нибудь десятка, может вообще XM выпадет, я буду рад. Что, ребят, крутим снежный шар, поехали. Ну, надеюсь, выпадет десятка, либо хотя бы топовый рост. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Объект 452К. Слушайте, так это неплохо, кстати. Это очень даже неплохо, я могу сказать. Конечно, потратил я на 2500 голды больше, но новый танчик, это тоже хорошо. Давайте еще откроем вот эту коробку. Может, отсюда выпадет все. И 150 золота, ладно, пусть будет. Не, ну слушайте, девятка. Тоже неплохо, я доволен, в принципе. Это, тем более, новая десятка, девятка. Не, ну, нормально. Леста, спасибо вам, конечно. Да, ребят, это было открытие двух снежных шаров. Всем спасибо, ребят, вам за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока.